Итак, всем привет! Сегодня будет обзор на необычный девайс. Прислали мне его с магазина Heaven Gifts. Это такая штучка под названием GQ. Это что-то наподобие All-in-One от компании G-Tech, но в увеличенном размере и немного другом формате. Сейчас обо всем по порядку, рассмотрим поближе этот девайс и потом немного поумничаем. Итак, GQ представляет из себя моноблок со встроенным аккумулятором на 2000 мАч. Время зарядки 3,5 часа, сопротивление спирали 0,6 Ом, вместительность бака 10 мл жидкости. Ключевая особенность – отсутствие кнопки Fire. Подача напряжения на спираль происходит в автоматическом режиме. Итак, приходит девайс от такой коробки, такой фактурный у нас картон. На передней части изображен сам девайс, такой логотип GQ. На задней части у нас перечислен комплект и спецификация. Открывается все вот таким образом. Здесь у нас еще один бокс, разделен он на две части. Внутри лежит вот такой мануальчик на английском и китайском языке. Здесь кабель для зарядки, здесь сам девайс. И вот в этом боксе запечатанный картридж. Одним словом, упаковка оригинальная и выглядит все достаточно презентабельно. Теперь перейдем к девайсу. Это монолитный блок, без кнопок. Здесь есть только окошко, чтобы смотреть, сколько жидкости в баке. Гнездо для зарядки. И через вот это отверстие происходит обдув спирали и включается датчик подачи напряжения. Присутствует логотип GQ вот здесь и вот здесь. В принципе, больше тут ничего нету. Вот эти полоски — это индикация заряда аккумулятора. То есть оно полностью все вот это горит по кругу. Выглядит очень все интересно. Дизайн очень современный. Многим, я думаю, понравится. Значит, снимается здесь верхняя часть. Здесь у нас устанавливается сам картридж. Никаких фиксаторов здесь нет, оно просто все снимается. Вот таким образом. Внизу у нас аккумулятор на 2000 махов. Вот здесь вы видите датчик, который активирует подачу напряжения. И два контакта. Можно наблюдать плату. Разбирать я, конечно, это все не буду. В общем, аккумуляторный отсек выглядит вот таким образом. Теперь сам картридж. Емкость здесь 10 мл. Кстати, еще в комплекте также идет вот такой резиновый колпачок. Он служит своеобразной защитой от попадания грязи и пыли на ваш мундштук. Внизу мы видим также два контакта, отверстие для заправки. И вот в этом месте находится спираль и вата. Вот здесь, я не знаю, на камеру, наверное, будет очень плохо видно. Но вот здесь уложена вата и одна спиралька. Как вы видите, воздух поступает вот сюда. И обдув спирали происходит в самом низу. То есть это, конечно же, очень сильно отражается на вкусопередаче. Здесь она очень слабенькая. Заменить спираль, естественно, здесь не получится. Все запаяно, герметично. То есть придется покупать новый картридж. Наши умельцы, конечно, если кто-то купит, попытается его перемотать. Но я такими вещами заниматься не буду. Это глупо. В принципе, по конструктиву здесь больше ничего нету. Все очень просто. Справится каждый. То есть вот так нужно до упора его вставить, чтобы был хороший контакт. Закрыть верхнюю крышку, и девайс можно использовать. В принципе, по клоузапу все. Теперь пару слов еще в общем об этом девайсе. Вот так это все парит. Я не могу назвать этот девайс вкусовым. В принципе, тут вкуса и быть не может. Вы видели, где находится спираль и какой путь пару приходится преодолевать до ваших вкусовых рецепторов. В первую очередь данный девайс рассчитан на новичков и на людей, которым не хочется заморачиваться с подбором того же мода, какого-то бака, там пересматривать кучу видео, заморачиваться с намотками. Человек, который покупает GQ, сразу получает все в одном девайсе. Лично для меня данный девайс, ну, не представляет никакого интереса. Но, опять же, для неискушенного пользователя, я думаю, данная вещь понравится. Девайс достаточно неплохо выглядит. Стоит это чудо техники на сайте Heaven Gifts $40. Ссылку я оставлю в описании. Запасной картридж стоит $5. То есть, насколько это целесообразно, выбирать уже вам. Насколько хватит данного картриджа
пока я не знаю, но я думаю, недели 3, ну, до месяца он отходит свободно. Опять же, смотря какие жидкости использовать. На светлых он протянет дольше, на темных, естественно, меньше. Лично для меня оценивать целесообразность покупки данного девайса очень сложно. Я привык к совершенно другим девайсам, и я не могу оценить, насколько GQ будет популярным девайсом. Ну, по крайней мере, на просторах СНГ навряд ли. У нас все-таки люди привыкли уже покупать что-то поинтереснее, но все может быть. У меня, в принципе, добавить больше нечего. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мою страницу в Фейсбуке. До встречи в эфире.